Дороги нужно ремонтировать, а не осваивать на них деньги. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитал губернатора Омской области за разбитые улицы. Так, по словам Медведева, огромное количество обращений, которые ему поступают из Омской области, это жалобы на состояние областных трасс и городских магистралей. И они, по всей видимости, не беспочвенные. По данным Минтранса, 71% из 13 тысяч километров омских поселковых и городских дорог не соответствуют нормативам. Но даже те 67 километров магистралей, которые были отремонтированы в прошлом году, оставляют желать лучшего. На 65 появились ямы и трещины, на 40 деформации обочины. Причина в позднем сроке окончания ремонта в октябре, а также в некачественных материалах. Напомню, что в прошлом году на ремонт дорог в Омской области из федерального бюджета было выделено 1 миллиард 400 миллионов рублей. Нужно, конечно, не деньги освоить, а именно работу выполнить. Зимы у нас действительно суровые, снега много. Тем не менее, есть гарантийные обязательства подрядчиков. Там, где выявленные дефекты являются следствием некачественного проведения работ, значит, необходимо в рамках гарантийных сроков все это исправить. Значит, пусть подрядчики все сделают. В противном случае нужно применять к ним меры ответственности. А нам не нужны дороги, которые ремонтируются там на несколько месяцев.